одна тема меня очень сильно приколола. Я как раз с Аидом ее обсуждал. И, ну, там такой прикол, короче говоря. Вооруженные силы Украины поздравили президента России с Днем флага. В порту Кавказ был атакован паром «Конро Трейдер», перевозивший цистерны с топливом. Сообщается, что это единственный большой паром, который ходил между Керчью и Россией. Нацист! Не только Зеленский. Нацист Байден, нацист Трамп, нацист немецкий лидер. Пишут, что на пароме «Конро Трейдер» было 30 топливных цистерн. По нам прилет! Ракетой. Просто капец. Паром с цистернами в порту Кавказ затонул после прилета. Удобно. Теперь и тушить не надо. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Тем временем нефтебаза на Ростовщине снова взорвалась. Пошли пятые сутки. Накануне вечером там прогремел еще один взрыв. Местные жители пишут, что зарево видно в соседних поселениях. Там нафиг! Сами валим, отсюда валим! Бочка ебать! Быстрее нахуй! До 47 человек возросло число пострадавших в результате пожара. Об этом сообщило государственное российское агентство ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Также агентство сообщает, что пожарным удалось ликвидировать возгорание 6 резервуаров с топливом. По словам главы Пролетарского района, утром в среду огнем были охвачены около 20 резервуаров. Всего на территории нефтебазы их расположено 74. Напомню, пожар на нефтебазе возник 18 августа в результате падения обломков сбитых беспилотников. Режим ЧС в районе был введен 19 августа и действует до сих пор. Но этим не закончилось. Аэродром «Мариновка» под Волгоградом сбил с собой несколько беспилотников. Местная публика в восторге. Короче, бахает там прям серьезно. Во, опять да. Ну это прям жестко, короче. По телевизору в Волгограде говорят, что беспилотники сбили на подлете. Согласно открытым данным, на аэродроме дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24 второй отдельной разведывательной авиационной эскадрильи, входящей в состав 7-й бригады ВКО. Вот. Но это не важно. Местные жители в соцсетях рассказали, что в ночь на 22 августа слышали около 12 громких взрывов. В нескольких квартирах выбиты стекла. По неподтвержденной информации, жители предупредили о возможной эвакуации. Нам объявили собрать документы, возможно, будет эвакуация. Взрываются снаряды, которые в самолеты загружаются. Как они лежат там в хаотичном порядке, непонятно. Короче, могут лететь куда угодно. Вот. Туда ни людей, никого не подпускают. Потушить бесполезно. В местных пабликах пишут также о взрывах в районе села Мариновка. Там находится военный аэродром. По данным независимых осинт-аналитиков, там могли базироваться 29 истребителей. Губернатор области Андрей Бочаров подтвердил атаку по военному объекту. По данным российского Минобороны, всего в ночь на 22 августа было атаковано 6 регионов страны. Прилеты зафиксированы в Воронежской, Ростовской, Белгородской и других областях. В ведомстве заявляют об уничтожении 28 дронов. Потерь в вооруженных силах России нет. Новую группу российских военных в плен взяла механизированная бригада ВСУ в Курской области. Кадрами произошедшего украинские солдаты поделились в соцсетях. На фото можно увидеть 15 человек, лежащих на дороге. О ситуации в Курской области накануне в вечернем обращении говорил президент Украины Владимир Зеленский. Наша операция в Курской области тривает. Наша операция в Курской области продолжается. По нашей боевой работе производятся шаги. Мы контролируем определенные районы. И спасибо всем нашим ребятам, всем подразделениям за дальнейшее пополнение обменного фонда. Сегодня Зеленский провел встречу в Сумской области с главкомом ВСУ. Александр Сырский доложил президенту Украины о взятии под контроль в Курской области еще одного населенного пункта.
Взрыв газа в многоэтажном доме произошел в Пермском крае России. Официальная причина произошедшего в городе Кизел пока неизвестна. Однако пермские СМИ утверждают, что виновен один из жителей дома. Он закурил в квартире, где была утечка газа. Из-за взрыва обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами. Пострадали трое. Один из них получил ожоги. 16 человек эвакуированы. Спасатели разбирают завалы в поисках людей. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал случившееся, цитата, «хлопком газовоздушной смеси». Это абсолютно однозначно. Отрицательно сильный лидер. Приехал в отрицательно смелый батальон «Ахмат», который уже 2 недели храбро избегает боев с украинской армией. Вот они брали Мариуполь, вот они зашли дом, почти 7 километров осталось до Киева дом, вот они были там. Вот, когда вы сказали, чтобы... Твое лицо, когда вокруг тебя бородатые мужики в военной форме. А тебе даже, несмотря на охрану, все равно страшно. Одно дело здесь в тире стрелять, а другое дело подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Специалисты по храбрости делятся на 2 категории. Те, кто постоянно прячется в бункере, и те, кто постоянно снимает ТикТок. Но у вас есть внутренняя потребность защищать Отечество и мужество принять такое решение. Самые громкие разговоры о мужестве и защите Отечества, они за 1600 километров от фронта. Я вот с этим хочу вас поздравить, хочу вас поблагодарить за решение подобного рода. И от всего сердца хочу пожелать вам удачи. В любой нормальной стране верховный главнокомандующий своей армии желает победы. В путинской России нелегитимный диктатор, который развалил, разворовал армию, желает ряженым войскам удачи, чтобы не попались на глаза ВСУ. Берем попкорн и спокойно наблюдаем за тем, как наши уничтожают противника. A few moments later. Ситуация тяжелая, но она не критическая. Ситуация так или иначе близка к тому, чтобы стабилизироваться. Мы максимально уже контролируем ситуацию. Ситуация, она уже, в принципе, потихоньку стабилизируется. Обстановка, она, в принципе, взята под контроль. Мы завершаем уже, в принципе, можно сказать, уже завершили блокирование противника. Обстановка, она подконтрольная, рабочая. Противник, в принципе, остановлен. Мы остановили полностью продвижение противника и сейчас уничтожаем его уже в рамках этого изоляционного круга. Ситуация стабильная. Ситуация стабильная. Ситуация стабильная. А потом раз, и в Курской области продаются земельные участки в Суджанском районе за 150 тысяч гривен. В описании сказано официальное оформление согласно украинского законодательства. Бедолаги!